новый Super Slim, это значит узкий и высокий холодильник, будут установлены в караванах и автодомах 2016 года. Холодильник узкий, тихий и с высокой производительностью, и при этом не занимает много площади. Холодильник на всю высоту прицепа. При открытии дверь также не будет занимать много жилого пространства, и его содержимое останется на своих местах. Выдвижной отсек с легким доступом под холодильником имеет достаточно места для хранения банок и консервированных продуктов. Благодаря переставляемым по высоте полкам в двери холодильника могут быть легко размещены полулитровые бутылки и пакеты тетрапак. Общий объем холодильника 150 литров, а перегородка морозильной камеры может быть убрана. Холодильник может работать как от газа 220 вольт, так и от встроенной 12-вольтовой батареи. Если холодильник не используется долгое время, предусматривается специальный механизм защелки дверей, обеспечивающий его вентиляцию.